Благотворительный аукцион картин приморских художников состоялся во Владивостоке. Приморцам удалось собрать более 1 000 000 рублей. Вырученные средства пойдут на оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Участие в мероприятии приняли около 90 жителей края, в том числе представители власти, Совета почетных граждан, руководители учреждений культуры, общественные деятели и многие другие. А мы, конечно, не можем остаться в стороне, потому что культура вот таким образом поддерживает всех наших ребят, участников специальной военной операции. Но мы же понимаем, что помогать-то мы будем не только нашим ребятам, военнослужащим, кто находится там за ленточкой, а и тем, кто уже вернулся и, к сожалению, с ранениями, с разной степени тяжести. Их нужно социализировать, помогать им социализироваться в обществе нашем. Это и семьи участников специальной военной операции, и вдовы. Всем нужна будет помощь в той или иной степени. Как отметили организаторы, оставшиеся по итогам аукциона 46 лотов будут выставлены 23 и 24 мая в региональном отделении Союза художников России. До 19 часов все желающие смогут посмотреть и приобрести картины по стартовой цене. Все средства также направят на поддержку участников СВО. Мероприятие прошло под эгидой акции «Путь к победе».